И всем привет, ребята, дорогие друзья, на канале Альфа. И сегодня, ребята, короче, хочу поиграть игру под названием Rio Racing 3. Сегодня, ребята, мы продолжаем играть в эту великолепную игру. В общем-то, ребята, дорогие друзья, я так понял, было обновление. Это видео записываю 15 мая. В общем-то, я захожу в игру и вижу вот это. Типа, состязание завершится через один день, думаю. Но почему бы не попробовать? Тем более, это гонка на время. И, как бы, ребята, немного разнообразия. Поэтому думаю, стоит попробовать. Вот, нажать войти сейчас. Ну, в общем-то, ребят, перед этим поставьте лайкосы, комментарии, пишите также все мои соцсети, подписывайтесь, всех моих друзей. Также, блин, забывайте о том, что у меня есть все мои инстаграм-аккаунты, на них тоже ссылочка в описании, на всех моих друзей, на всех моих членов команды. В общем-то, ребят, все в описании, все самое интересное и все интересные ссылочки в описании. Вы все это знаете, понимаете. Так, все, давайте не будем тянуть. Нажимаем «Войти сейчас». Так, что у нас тут-то есть? Что тут у нас? О боже, тут-то у нас... Короче, я так понял, это гонка за золотом, да? Думаю, ну, если мы это дело пропустим, то вы понимаете, это будет не очень хорошо. Ну, и думаю, что стоит попробовать. В учетку я уже, ребята, вошел, в учетную запись, все уже там нормально у нас. Да, нам нужно докачать файлы, как обычно. Как же без докачки? Как же без этого? Давайте. Приступаем. Где мы будем сейчас? В Берлине, что ли, гонять? Или где? В Германии опять? У нас есть выбор. Это ваша команда. Нанимайте новых членов перед гонкой, чтобы получить особые бонусы. Пробуйте прямо сейчас. Ну, допустим, ладно. Менеджер. Это кто у нас? Команда. Угу. Ладно, ну допустим, я тебя нанял, да, ну хорошо, будешь. Правда, не знаю, что будешь тут делать. Так, Mercedes AMG, вот это интересная штучка у нас. Нам дают Mercedes AMG A45, ну вот, C63S, это реально. Классная машинка, но нам ее не предоставляют, понятно, поехали. Гонка, ну допустим. Пойдите. Драйв. Пользуется каждой гонки на время. Ага, типа как специальная энергия, что ли? Так, гонка на время. Пролететь круг максимально быстро. Ой, ё-моё. Неожиданно нас как-то бросают-то. Ё-моё. Ух, нихера себе. Так, ребята, там немного записью. Короче, поигрался. Немного там изменил качество. Немного похуже поставил. Возможно, там... Типа как битрейт. Возможно, ребят, ну кто понимает, тот понимает. Возможно, немного будет похуже, но вроде как должно меньше быть просадок FPS, поэтому так. Так. Так, 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 дрифт. Не вылетаем, гонка на время. Так. Я думаю, вы меня нормально слышите, то и машинку тоже, думаю, неплохо так. Знаете ли, машинка хорошо вроде как рулится. Хорошо, по крайней мере, пока что управляется. Что там по салону у нас? Ух ты. А ну давайте с салона попробуем. Возможно, я сейчас пожалею. Но я еще больше пожалею, что не попробую. Я хотел посмотреть вниз. Камеру опустить, но походу нам не позволяют так делать. Так, ладно. Вот так более привычнее для нас. Ух. Ну, звук не такой прикольный, как в прошлых тачечках. В той же самой Бэхе. Да. В том же самом паршивце. Парше, ладно. Это, может быть, кто-то обидится. Типа не так сказал, не так ляпнул, да, типа. Ну, не знаю. Кому как. Кто как называет. Но не в обиду. Сразу же говорю, не в обиду. Так, а мы вроде как в финиш-то проехали. Или я что-то не понимаю. Капец. Ух ты. Штраф времени. В смысле? А, типа нельзя вылетать.
Ну, допустим. Так, вот тут уже должен быть точно финиш. О, да. Финиш. Ну, давайте, сколько нам там дадут золота? И как оно там вообще? Отправка результата. Ну да, штраф один. Угу. Ну, допустим. Что у нас тут? Это хорошо, я так понимаю. Или нет? Что-то, знаете. Ну вот я вижу, люди быстрее или как меня проехали, а где я тут-то? Странно. Сколько у меня время-то? Сколько я хоть проехал? Блин, интересненько. Так. Смотрим. Но я, ребята, честно, себя не нахожу. Ладно, неважно. Я надеюсь, это не так важно. Так, приступаем дальше. У нас тут есть прокачка и все, в общем-то, как обычно. И можно починить, но, думаю... Хотя, знаете... Нет, не будем. Не будем ничего усовершенствовать, так скажем. Давайте, не стоит это делать. Так. Давайте, я готов. Я готов к новым испытаниям, я готов к новым гонкам, я готов ко всему, поехали. Так, награда. Ну, забираем. Получить автомобиль, это за бабки, небось. Получено. В смысле, мы реально, типа, автомобиль забрали, что гоните? 5 мегабайт докачать. Да, изи. Так. Ну, допустим. Получить сейчас. Нихера себе, так это... Aston Martin DBR 1.2. Это, короче, за покупку. Нет, нам его не предоставляют. Так. Ну что, ребятки, едем дальше, берем новую тачку или нет? Или не берем? Наверное, не берем. Ладно, поехали. Еще будем катать. А вот, в случае исхода с трассы или столкновения, вы получите штраф по времени. Вот это я не прочитал. Команда. Нанять. Нет, что нанимать не будем. Пусть так. Давайте даже с видом от первого лица прокатимся. Давайте целый круг. Попробуем ни разу не вылететь. Если я ни разу не вылечу, то пишите в комментариях. Хэштег альфа-водила. Если у меня получится ни разу не вылететь и штраф не заработать. Так. Охренеть, вот это салончик. Тихо. Да, придется местами притормаживать. Ага, тут-то вот мы, типа. Сейчас мы вроде как быстрее едем. Угу. Нифига себе. Так, нас не догонят. Нас обогнали. Блин, все. Не суждено мне получить хэштег. Блин. А, кстати, вот зеркало я вижу, блин. Ну, что-то как-то... Да, видимо, мы хэштег, ребят, не заработали от вас, так скажем. То есть я не заработал, все. Однозначно, не заработал. Даже немного с просадками. Капец. Ну, ребят, попробую привыкнуть еще, поэтому, думаю, меня поймете. Так, шестая. Угу. 200 км уже едем. Не догоняем. Обгоним или не обгоним? Да я думаю, что обгоним, поэтому мы догоняем, я вижу. Да, ой, тут-то мы вылетим сейчас, да. И опять вы... Да как? Так, как? Так, мы там немного абсолютно не стронулись-то. Обгоним, не? Видимо, нет, наверное. Как-то так вот, ребята, отыграли.
отправка результата. Ну, допустим. Так, немного мы что зарабатываем, это меня радует. Что-то немного есть. Так, нет, нет, сервис нам не потребуется. Так, ребятки, почему у меня недоступны те машины, мне интересно. Почему так, ребят, почему? Мне на это, наверное, не суждено получить ответ. Ага, вот почему получить ответ за оп, шестом этапе первого сезона. Ага, тут еще так вот оно. Но я в этом не участвовал, поэтому не судьба, наверное, мне. Давайте, поехали. Так, с 2 минуты прошли, да? 21 секунду. Ну, допустим. Не тормозим прям сильно. Ух, так эта машинка, ребята, я не присмотрелся. Она какая-то маленькая такая. Такое себе. Давай, обходим. Аккуратненько залетаем. Оба. Давай, Мерсик, аккуратненько едь, аккуратно. Я тебя прошу, аккуратно едь. Так. Давай, плетемся, плетемся. Знаете, пока что, можно сказать, мы впереди, так скажем, да? Относительно. На долю секунды. На 2 секунды уже. На 3. Ну вот так вот как-то. Сейчас удаляемся. Потихонечку, да? Да помаленечку. Тормоз прежде всего. Для водителя. Так. Не, давайте дальше отдаляться. Мне это, в принципе, понравилось. Там есть злосчастный поворот, который меня будет сейчас марасолить, так скажем. Но надеюсь, этого не будет. Надеюсь, этого не будет. Это не этот поворот. Он еще впереди. Он уже здесь. Все, едем. Все, наконец-то я научился его проходить. Ух, мы на первом месте, считай, теперь. Впереди, то есть мы. Уже быстрее проехали, чем в прошлые разы. Давай, до 15 секунд я успел. Да. Успел за секунду. Там еще несколько миллисекунд. Так, прок результата. Так, конечно, лучше, конечно, лучше. Да, 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 да. Так. Нет. Отлично. Пока что сервис нам не нужен. Это как-никак хорошо. Так, ролик уже 13 минут идет. Нет, это мы не будем получать. Это мы не будем зарабатывать. Так. Поехали еще дальше. Ну, энергия. А, уже все, да, типа? Не в этот раз, наверное, блин. Короче, ребятки, вот сколько мы поучаствовали, сколько поучаствовали, да? Можно вот здесь попробовать. Ага. Нет, такого нельзя. Короче, надо, типа, как энергию ждать, пока восстановится, да, типа? Ладно, не будем ничего тратить. В общем-то, автоспорт. Будем проходить вот это. Вот это прошлое наше испытание, которое мы так не прошли до конца. Так. Хорошо, у нас кубок. Берем Мерсик. Да, давайте за Мерсик будем катать. А будем чередоваться, мне кажется. Кубок гоните к финишной черте. Так. У нас тут... Угу. Япония! Хорошо. Поехали. По японской трассе будем колесить. Давай. Ух,
Вот это моторека. Вот это мотор, вот это скорость. Ух. Красиво так всех обошли практически. Ну, без особого напряга, по крайней мере. Оба. Так, что-то, ребята, я замолчал почему-то. В общем-то, мы уже на 300 метров, так скажем, ускакали от них. Это хорошо. О, это нехорошо. Давай, хоть так. Ух, догоняет канадец. Ну ничего. Сейчас мы от них уйдем. Все, видите? Вот и все. Кстати, это не та карта, по которой мы уже колесили. Я что-то не могу понять. Она очень похожа. Если сейчас будет круглосчастный поворот, тогда это точно она. Ну, сейчас посмотрим, в принципе. Что-то чувство у меня такое-то есть, что это она, да. Ну, это прям точно она. Да. Все, пацаны, это она. Это она, это та самая карта, по которой мы уже колесили. Ну хорошо. Мы уже ускакали от них далеко-далеко. Так, тихо, притормаживаем. Знаете, немного FPS подрос, я так скажу, но я не знаю, как на это, как вообще качество на это скажет, что у меня вообще качество ответит. Как на этом качество отразится видео. Но я надеюсь, не особо подпортится. Поэтому так вот, ну, знаете, немного быстрее картинка работает, а так я не знаю. Надо будет поэкспериментировать, ребят. Думаю, меня поймете. Просто, что я так решил сделать? Во-первых, FPS проседал, и память сильно засиралась. Но так вроде меньше памяти должно, типа, засираться, и больше FPS. Поэтому, ну, картинка будет хуже. Тогда было вроде как более четче. Сейчас не знаю, посмотрим. Блин, опять поворот. Так, мы уезжаем от них. По-прежнему мы от них хорошо так уезжаем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так вот бочком даем. Фух, так. Пока, братан, я уже здесь. На 1000 метров, считай, что мы уже отъехали. Третий хорошо наваливает. Просто супер так. Блин. Без динамика слоня надо проехать. И тут мы подрубаем вид от первого лица. Ух, все, летим. На шестую, все. Первое место у нас в кармане. Отлично, мы от них ускакали. Так. Так, ну пока ничего особого такого нету интересного. Можно было бы комментировать. Так. Ничего прокачивать мы не будем. Будем копить все. Посмотрим, на что там будем дальше тратить. Так, хорошо. Первое место. Хорошо, хорошо. Так, открыты новые испытания. Нет, это мы не будем трогать. Поехали сюда. Трасса спринт. Это опять и закачивать. Ну ё-моё, сколько можно. Блин, да будем бэх взять. Ладно. Постим по игрок на снижение определенной скорости. Хорошо. Германия. Нюрбургринг. Я вроде помню, что в прошлой там серии или когда там прочитал неправильно. Так что извиняюсь. Да. Давай,
Давай. Бум. Ну давай. Бляха, муха. Да ничего страшного, сейчас догоним. Надеюсь. Что-то так мне уже не кажется. Да что это за трасса такая, ё-моё? Зигзагами какая-то. Что-то говорил, что не сложно, теперь как-то жалею об этом. Знаете, ребята, я походу его не догоняю вообще ни капли. Блин, оно просто от меня уходит. Ну тут по прямой мы однозначно должны тебя догнать. Да. Все. Идем к финишу. Офигеть. Все. Да, финиш. Фух, я уже испугался, думаю, все, гг. Но нет, фух, первое место. Да. Хорошо, так, отъездили. Так. Нет, есть. Так, берем Мерс. Мерс, блин, БМВ. Бэху берем. Знаете, наверное, все-таки было нужно поставить Мерс, потому что мы сейчас на бэхе будем катать-то. Что-то как-то об этом не подумать. Ну, сейчас поставим, наверное. Так, Бэха. Как тебя тут поставить-то? Ладно. Потом как-то разберемся. Так. 1-1, один противник, одна цель, победа. Хорошо. Это мы из Дании будем. Мы из Дании вроде как. Нюрнбург, Германия. Нюрнбург, Германия. С Бэхой тоже, да. Ну ладно. Пропускаем. Все, едем. Ну что, тут однозначно победа. Тут ни капли, не тяжело. Хотя, знаете, трасса непредсказуема, я вам так скажу. Вот видите? Ну, трасса тут только в трассе заключается сложность, а так-то вообще нисколечко не сложно. Так, ну все. Блин, да тут нечего вообще гонять. Чем мы вообще сюда совались-то? Так, давайте, ну, что-то потяжелее уже. Давайте никогда не будем оценивать. Прошу прощения, дорогие разработчики этой прекрасной игры. Ну нет, возможно, оценю когда-то, да, оценю. После того, когда мы уже эту игру, собственно, все испытания такие пройдем, которые вот есть, типа, встроенные, вот такие, как тут. Возможно, тогда даже оценю на видео, ребят, чтобы, типа, было все честно. Но пока что не будем оценивать, пока что просто посмотрим, как вообще игра. Ну, так пока что она мне заходит, да. Пока что заходит, так. Давайте, два круга. Приступаю. Эй, вы что такие-то быстрые? Что-то я, блин, проморгал. Я нажимаю на тормоз, но, блин, зараза. Ну ладно. Эй, стой, тормози. Да что ты будешь... Стоп, а зачем я... Я Мерс взял. Блин, я же должен был на бэхе гонять. Обещаю, в следующей серии будем на бэхе катать. Только на бэхе. Если там дальше не перейдем. На какое испытание? Будем на этой пока что испытание и на бэхе катать. Все чисто, только на бэхе постараюсь. Знаете, ребята, ну такая вот привычка у меня. Но зато потом поставим сейчас Мерс, пусть чинится. Так. Так, где там они? Далеко.
нет, они меня не догонят уже, это 100%. Знаете, чуть больше FPS вот стал проседать, да, я вижу. Это меня не радует вообще нисколечки. Не, ну, знаете, ну нету таких просадок, которые были раньше, ну. Что-то мне кажется, что поплавнее стала картинка. Ладно, еще поиграем с людьми, тогда посмотрим. Там где будет много участников, там 8-5 человек. Нет, 2-3. Когда будут карты такие вот затяжные, посмотрим. Так, первый круг за нами. Это за мной сзади Греция идет или что это за флаг-то? Интересно, ну хорошо. Мы отрываемся по-прежнему. Нет, это меня радует. Так. Ой, это меня не радует. Это трындец. Ух, как мне больно, ё-моё. Ах, как оно въехало, пипец. Мне кажется, там даже что отвалилось или нет. Так, куда я смотрю, боже мой. Извиняюсь. Теперь точно. Нам нужен конкретный ремонт всех этих происшествий, ё-моё. Еще не хватало вторым приехать. Блин. После этого всего-то. Пролетаем. Бляха-муха, что ж тут опять такое-то? Знаете, мне кажется, на ПК было бы намного интереснее катать. Вот реально. Вот если ты на ПК будешь играть, там типа даже... Ну газ, типа не надо нажимать, что ли. А просто стрелочками управлять, это неинтересно, ребят. Просто стрелочками управлять, это не то. Вот если газ, нажимать, во. И хотя, не, мне кажется, там можно настроить, да. Если полазить, то все настроишь, так что так вот. Игра довольно-таки... разнообразная и довольно-таки многофункциональная, поэтому думаю, что можно. Так, идем сюда. На прямой. Проходим их. Проходим их всех, все эти повороты. Ну, в общем-то, ребят, все. Едь вперед, машинка с богом. Все. Первое место. Ура! Ура, ура! Хорошо, все. Все, ставим Мерс. Пусть чинится. Пусть чинится, хотя, в принципе, уже нету смысла играть. Последний этап вроде как. Потом будем все это дело проходить. Чисто за бэху. Так что, наверняка даже смысла нету починки. Ну ладно, пусть чинится. Пусть чинится. Так. Так, так, так. Угу. Открыть новый уровень. И то это не будет последний, да, вроде как? Да, это последний уровень. И он будет за бэху, ребят. В общем-то, дорогие друзья, будем на этом серию заканчивать. Спасибо большое тем, кто ее досмотрел до конца. Тот, кто был на премьере. И вообще тот, кто остается на данный момент со мной до конца, так скажем. В общем-то, дорогие друзья, спасибо большое всем. Спасибо за вашу активность, за ваши подписки, лайки, комментарии и все в этом духе. В общем-то, ребят, дорогие друзья, спасибо большое за просмотр. Всем удачи и всем пока!